На объездной улице около дома номер 5 сегодня многолюдно как никогда. С начала декабря магазин «Прораб» проводит новогоднюю акцию. Каждый, кто сделал покупку на сумму от 1500 рублей, получал купон с номером, по которому сегодня можно было выиграть один из более чем 20 подарков. Успехов, здоровья, мира вашему дому, все, чтобы было у вас здорово и хорошо. В руках людей заветные купоны с порядковыми номерами. Именно среди них счастливый случай выберет, кому достанется дрель, перфоратор или главный приз – бензиновый генератор на 5 кВт. Во избежание подтасовок купоны разрезаются и оставляются в контейнере непосредственно перед началом акции. С помощью своих помощников из числа зрителей Снегурочка определяет победителей. Вот, ну женская половина у нас прямо сейчас стала популярной. Поздравляем, как зовут? Дарья. Дарья, аплодисменты, с Новым годом! Корзина с подарками тает на глазах. В толпе счастливые лица тех, кому сегодня улыбнулась удача. Однако главный трофей еще ждет своего хозяина. Под торжественную музыку ведущая оглашает номер счастливчика. И под аплодисменты он выходит из толпы, еще сам до конца не веря в то, что сегодня он главный победитель. Да, друзья, действительно, аплодисменты герою нашего праздника. Как зовут? Саркис. Саркис, вы верили, что это чудо может с вами произойти? Хорошо, что есть такой магазин «Прораб», пускай развивается, магазин очень хороший, качественный, ну, спасибо ему большое. Эта новогодняя акция далеко не первая из тех, которые проводит «Прораб». С приходом холодов магазин уделяет огромное внимание ассортименту тепловых пушек, генераторов и стабилизаторов, а также огромному выбору зимней спецодежды. Словом, всему, что может потребоваться, чтобы с комфортом пережить пусть не сибирскую, но все же довольно прохладную анапскую зиму.